Приветствую, с вами Павел Колесов. У меня позади долгие 9 часов дороги на автомобиле от Новосибирска до Горно-Алтайска. И вот, наконец, в 11 вечера мы с моей любимой доехали. Так как то место, куда мы ехали, поняли, что мы уже не хотим 2 часа до часу или там до полвторого ночи по горному серпантину ехать, где никакой подсветки, очень крутой поворот, решили остановиться, переночевать в Горно-Алтайске, и дальше уже потом на следующий день или через день двинуться дальше. В прошлом году я уже останавливался в отеле «Рыжий пес». В прошлом году это был отдельный большой цирк с конями. Когда, собственно, мы приехали, нам сказали, что, извините, номеров нет. Мы пытались втюхать самый дорогой номер, какой у них только был. Под предлогом того, что типа вот номеров в отеле нету, хотя ни одной машины на парковке, ни одного человека. Слышно, что в отеле тишина, тем не менее, вот такую шнягу пытались прогнать. Сейчас было тоже весело. Я через Booking, мой любимый, забронировал номер, выбрал номер люкс. Приезжаем, нам говорят, извините, а люксов нету. И номер остался вообще один только, двухместный. Ну, и мы вообще не знали, что пришла заявка, потому что у нас интернет не работает. Ну, ёкарный бабай! Безлимитный интернет от МТС стоит 650 рублей в месяц. Плюс модем там за 2000 рублей. И, в общем, нет, у нас интернет не работает, поэтому мы ничего не могли, ничего не знали. Я, собственно, достал свой этот роутер МТС, там закончились деньги, интернет, закинул деньги, пока оно все включало. Собственно, у меня жена достала телефон, стала записывать сторис, как, в общем, если этот цирк происходит. И каким-то волшебным образом тот люкс, который мы забронировали, оказалось, что есть какой-то персональный люкс, их специальный люкс, который типа вот ихний. И так что вот, наконец, я в забронированном через Booking люксе живу. Горно-Алтайск мне нравится, Алтай вообще нравится, потому что здесь великолепный чистый воздух. Отель «Рыжий пес» тоже очень комфортный, своя вода из, собственно, артезианской скважины. Если вы на машине, прям отлично. Пешком добираться не очень удобно, тут, потому что почти километр до проспекта, где ходят там эти автобусы, где там магазинчики и прочее. Если вы на машине, причем желательно, чтобы машина была там хотя бы паркетник, тогда, в общем, нормально сможете доехать. Тут парковка где-то на 4-5 машин у отеля есть. Так что отель «Рыжий пес», ну, по всем остальным параметрам мне нравится, кроме вот этого цирка с конями, который происходит все время при заселении. В прошлый раз, я уж не помню, когда это было, год ли назад или два ли назад, я бронировал другой номер, не помню какой. В это я решил взять люкс, самый лучший, который был. Давайте посмотрим, что тут предлагают в номере люкс. Шкафчик, о, даже с короной. Хотите примерить корону, приезжайте в отель «Рыжий пес». Плечиков, о, море, отлично, молодцы. Люблю, когда в отеле много плечиков. То иногда, блин, в дорогих отелях там всего трое плечиков, в общем, как вещи. Хочется вещи, так и вещи. Тут, в общем, наши вещи мы сложили, куча. Ну, еще больше в машине, это мы тут так вот, самое то, что нам актуальное. Холодильничек нормальный. Что радует, правда, он выключен, но ничего, сейчас включим, заработает. Чайник, кружки, чашки. Так, вот тут, ну, просто рабочий стол. Тут тоже сейфа нету. Кресло кожаное, стульчик. Ну, в общем, стол у них здоровый, удобный. Я такой люблю, потому что на нем работать удобно, там в интернете вебинары вести. Кожаный диванчик, если любите посидеть на диванчике, правда, перед диванчиком нету телевизора, ну да ладно, а, нет, там телевизор есть, все-таки сбоку, можно смотреть. А зеркало не в полный рост, а по пояс, ну так что женщинам, ну, надеюсь, понравится. А двуспальная кровать, причем, как видите, двуспальная кровать, это на самом деле две сдвинутые односпальные, так что, чтобы вы были готовы. А еще один столик. Но это уже дамский, наверное, чтобы можно было свои все эти штучки-дрючки разложить. А матрасы удобные. Я помню, в тот раз мы останавливались. Здесь на полу, конечно, ковролин. Это, конечно, здорово, но в прошлый раз этот ковролин был жутко запыленный. Мы жили в номере на 4-м этаже. Так, здесь у нас унитаз, здоровая раковина. В общем, есть куда поставить мыльно-рыльные принадлежности. А полочка, ванна, нет джакузи. Ну, в общем, можно... Наверное, лечь будет расслабиться. Полотенцесушитель теплый, что приятно. Полотенчики, правда, почему-то одно полотенчико большое. Надо будет попросить сходить. А, и что еще приятно? Балкончик. Что можно будет
выходить на балкон. Вот здесь такие вот здоровенные окна. Ну, сейчас ночь, мы приехали почти 12 ночи. Тут, в общем, вот зелень на балкон проникает. А, и пепельница для любителей покурить. Я не люблю запах сигарет. Не люблю, в общем, запах всей этой дряни, которую люди себе травят. В общем, вот такой вот номер. Балкончик просторный, правда, здесь, ну, первый этаж, так что можно легко влезть. Поэтому на ночь я бы не советовал оставлять дверь открытой. Стульчиков никаких на балконе нету. Так что вот польза от балкона для меня под вопросом. Ну, есть хотя бы, и то хорошо, что можно будет проветривать. Кстати, на Алтае достаточно прохладно. Берите с собой длинные штаны какие-нибудь. Там, не знаю, джинсы или там спортивные. Обычно летом жара, сейчас вот на Алтае как-то вот весьма-весьма прохладненько. Сейчас вот 12 ночи, температура всего 11 градусов тепла. Не жарко, так мягко, так скажем. Так, ну что, дорогие мои хорошие, вот такой вот номер люкс. Давайте еще разок вам покажу. Так что, резюме. Резюме. Отель «Рыжепес» мне нравится, номера добротные. Завтраки, ну, весьма скромные, ну, за такую цену, наверное, роскошного завтрака ожидать это несколько наивно. Вода горячая есть, вода и собственные скважины. Ну, в общем, будьте готовы к приключениям при заселении. И, в общем, везите с собой мобильный интернет, чтобы раздать администратору, чтобы она могла таки проверить, что вы на самом деле сделали бронь через Booking. Так что, ну и в таких ситуациях пускай один продолжает разбираться, а второй человек, ну, собственно, как моя жена, начинает тут же выкладывать сториз, какой офигительный сервис гостиницы. Потому что после того, как она записала сториз, выложила в интернет, сразу как-то наш забронированный люкс нашелся автоматом. Чудеса вот такие вот. Ну что, я надеюсь, что вы будете путешествовать, что ваше путешествие вас порадует, что у вас не будет таких веселых приключений, как у нас, будет как-то более что-то гуманное. И если вам понравилось это видео, жмите, пожалуйста, на кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч. С вами из Горного Алтая, из отеля «Рыжий пес» Павел Кольца. Счастливо! Путешествуйте, вам это понравится.